Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами следить за нашим убежищем 333 в игре под названием Fallout Shelter. И что у нас здесь творится? Да, многие из вас просто писали, что покажи, какие у тебя там схемы, покажи чертежи и туда-сюда, а то мы только выполняем, получается, с вами задания, которые у нас на очереди сейчас в количестве двух штук. Давайте посмотрим. Напоминаю, кто не смотрел предыдущие серии, лучше, конечно, посмотреть. Кто этого не делал, то я специально проведу такой, типа, обзорчик по нашему убежищу. У нас на втором, получается, улучшении мы открываем 20 где-то или около 15 всяких рецептов. Схем для оружия. Вернее, схемы мы находим, а саму... Ну да, рецепт, в общем. Рецепты. И из этого делаем оружие. Что у нас есть? У нас есть бронебойное пневматическое ружье. Здесь все показано, все ясно, четко написано. Единственное, что мне по-прежнему не нравится, потому что постоянно рецепты повторяются. То есть те, которые мы находим уже из ружей, да, то в основном повторения идут. Вот мы можем сделать улучшенную снайперскую винтовку, штурмовую улучшенную винтовку, улучшенный боевой дробовик, улучшенный плазменный пистолет и тому подобное. Вот это все синенькие, это обозначено то, что мы нашли с вами какую-то схему насчет этого. Вот, пожалуйста, хламотрон мы с вами обнаружили буквально в прошлой или позапрошлой серии, да? Схему взяли, нашли. Ну и вот здесь очередные всякие необходим чертеж. Здесь нам необходимо лопаты 3 штуки. Здесь 4 нужно глобуса. И вот это сереньким все обозначено. Так, хорошо. По костюмам, с костюмами такая же история. То есть похожая. Единственное, что нужно следить за тем, что мы тратим на костюмы и что мы тратим на оружие. Потому что либо с тем, либо с другим мы тратим хлам, который подходит и туда, и туда. То есть мы тратим, допустим, тут можем потратить 2 глобуса, да, и на одежду какую-то. И 2 глобуса, или 3, или 4 глобуса мы можем потратить на изготовление какого-то оружия в целом. Республиканское облачение. Вот у меня буквально сейчас мишек не хватает. Хотя оно у нас есть, и рецепт есть, и 2 штуки есть. Я даже не знаю, кому их одевать. Броня рыцаря, вот, пожалуйста. Это все тоже рецепт, который мы с вами находили на пустошах или на заданиях, в частности. Здесь все закрыто. Или не хватает. Так, по костюмам, которые мы с вами делали уже, или я делал. Сейчас я вам покажу костюмы. Средневекового правителя, по-моему, я делал, да? Прочная... Нет, костюм мэра. Броня выжившего. Костюм инженера, несколько штук, пожалуйста. Костюм фаната хорроров. Улучшенная форма братства стали. Этот я точно делал и запомнил. Костюм фаната спорта я тоже делал уже. И... еще что-то. Костюмов, в принципе, хватает. Но те, которые с показателями там маленькими, то я оставляю буквально по одной или по 2 штуки, а все остальные продаю, если у нас их больше 4 или 5. Также по оружию я сразу все оружие продаю, которое вообще не канает и не катит. Вот сейчас я сделаю вот с этим, да. Один улучшенный револьвер нам нужен по-прежнему на задание специальное от смотрителя 32-го калибра. И он пока у нас лежит. Я очень надеюсь наткнуться на более лучшее какое-то. Или, быть может, даже сделаю какое-то, если будет. Хотя я этим пока что не заморачивался. Так, что у нас тут происходит? Нападение раскорпионов. Ну и пускай нападают. Сейчас они будут бродить у нас по всему убежищу. Чем мы будем заниматься в этой серии, друзья? Мы будем строить. И будем строить после того, как разберемся с раскорпионами. Хотя некому с ними разбираться. Ну и что ты там гуляешь? Скорпиончик, что ты там гуляешь?
Уходи оттуда, там нет никого. Иди в другое место. Пастись. Где-то есть, вот он. Ну давай отправим, наверное, нашего Корлеоне туда. Новый житель, знакомьтесь. У нас их несколько, потому что уже 88 жителей. Так, погоди, а чё вы... Ну ладно, пускай остаются. А, так, тихо. Парниши, не надо никого... Ой-ой-ой-ой, тихо. Живите. Парни, живите. Так, лечу. Когти смерти нападали раз 10, наверное, с прошлой серии. То есть я сидел, тупо набивал крышки, и у меня это довольно удачно получалось. Как вы видите, да, у нас почти 40 тысяч с вами. Где ты? Кого ты грыз? Говнюк. Давай-ка мы тебе дадим какой-то получше. Ну, хотя бы ржавый лазерный пистолет, вот. Да завали ты уже его. Смотри, он лунную дорожку танцует. Они задолбают, короче, меня. Сейчас продолжим, друзья. Сейчас я тут разберусь с этим засранцем. Давай-ка тебе тоже ржавый пистолет лазерный, потому что у нас их много. Все, ушли? Я надеюсь. Да, вроде свалили. Ладненько, продолжаем. Что мы будем строить с вами? Даже не знаю, что будем строить. Давайте посмотрим на наши показатели вообще. 1800 всего энергии нам нужно, 1200 производим. 525 еды, 525 воды. В принципе, нормально, но у нас появилось довольно много бездельников. И среди них есть новый житель, которого зовут Жорик. Вот так он у нас выглядит. Еще несколько тоже появилось. Так, это Джек Блэк. У нас появился Джон Сноу, знакомьтесь, я его одел в такой вот морской костюмчик. Как хорошо, что меня отправили сюда. Ну да, тут хоть тебе не холодно будет. Так, Стэтхэм у нас был, Чикса появилась, кто еще там? А по всем персонажам это надо будет целую отдельную какую-то историю. Или серию выделять. Анджела Дэвис пока не знаю, как назвать. Итан Кертис тоже. Предлагайте свои имена, друзья. Что-то вы как-то слабенько это делаете. Эвелин Браун, Джейн Прайс, Джудит Оуэнс. Мэри Поппинс, кстати, обещанная мной, появилась. Все нормально. Где она там? Брутальный Алик. Джулия. Где Мэри Поппинс? Магистр, Малдер, Мальвина, Маугли, Мистик, Мишон, Мэри Поппинс, вот она. Она у нас гуляет, отдыхает, занимается, в общем, детьми. Так, окей, здесь окей, и это все забираем. И что будем строить, я вообще без понятия. Ну давайте хоть что-то будем строить, да? Пам-пам-пам-пам-пам. Что нам нужно? Что нам нужно? Давайте поставим, наверное, еще один сад. И влепим его куда-то вот сюда. Кроме того, у меня есть дополнительные задания. Там нужно 5 комнат объединить. Бэмц. Хорошо. И сразу же мы ниже, наверное, установим с вами... Чего-то я хотел установить. Еще один ядерный реактор. Или что я хотел сделать? Сейчас посмотрим.
пункт разлива ядер колы. Ну, еще где-то пару серий, наверное, одна или две серии выйдет, пока мы до 100 жителей доберемся. Тогда уже будем с вами планировать пункт разлива ядер колы. А пока что... давайте, наверное, ядерный реактор еще поставим. Где-то вот здесь. Хотя да. Давайте поставим его. Я просто его улучшать пока что не буду. И если что, потом можно будет его убрать. Так, еще одну кладовую. Потому что у нас 335 или 380 единиц. И все равно не хватает. Вот сюда. Хорошо. Так, где ты, дружок? Вот он. 2420. Чудненько. Так, улучшить. Вот это мы будем улучшать. Угу. Один раз. Давай, пропадай, я знаю, что я улучшаю. Второй раз. И, наверное, хватит. Погоди, можно еще одну кладовую поставить прям рядышком. Давай, вот так. Хорошо, и сразу же ее улучшим. И еще разочек. Вот, отлично. 5, буквально один разочек нам остался. Сад, 6000. Нет, пока не буду улучшать. Оставлю на потом. Вдруг что-то срочно надо будет построить, а я уже все сделаю. Да, у нас появились здесь с вами ланчбокс и еще один питомец. Мы откроем это чуть позже. Сразу после того, как выполним одно из наших заданий. Так, Генри у нас возвращается. Чингачгук тоже возвращается с кучей всякого хлама. Высотка, Волтек и вылазка за колой. Давайте начнем вот это. Вылазка за колой, как вы понимаете, друзья, у нас... задание дня. Найти квантовую ядерколу. Ну погнали искать, чё. Очередное какое-то убежище. Взломанное, заброшенное. И походу довольно злобное и большое. Ну ща посмотрим, как мы справимся. Если здесь только рейдеры, то мы справимся довольно быстро. Но если попрут какие-то когти смерти или гули, то это будет, конечно, дольше. Ну, поглядим. Так, чудно. Ага, пригодится. С ума сойти. Винтовка. Ну да, гули пошли. Давай разноси их, вы ж продвинутые чуваки. Я уже вас и прокачивал, как хочешь. Смотри, рыцарь какой крутой. Быстрее, ребятки. Быстрее, время, деньги. Но... есть, хорошо. Как хорошо, что мы вместе. Ну да. Так, погнали дальше. Ничего и никого. Передвигались бы они еще, конечно, побольше. Было бы люксово. Ох ты, блин. Вот это неприятная история. Двухкратный. Отлично, минус один, еще четверо. Спецкоманда зачистки. Да, отряд самоубийц. А! Ну ладно, хватило ему. Чудно, довольно быстро разобрались, что меня радует.
Почему гули очень редко что-то оставляют после себя? Вот это довольно неприятно. Так, пам-пам. Хорошо, погнали дальше. Никого и ничего. Совсем нету здесь. Таракашки, да? Да. Чудно. Ну, хоть тараканы теперь вообще не проблема. И не помеха. Да? Сдается мне, наткнемся мы на босса. Рейдеров. Потому что квант-колу здесь просто так не дают. Так, чудненько. Давай забираем все. И это тоже. Ага, идем туда, куда нужно. Я рад за вас, ребятки. Тут вообще-то один путь. Ну, хоть крыша где-то около пятерки, наверное, поднимем. Самое интересное, конечно, вот если бы не розыски этой Полы Пламкин. Довольно интересные такие необычные квесты получаются. А в основном все с зачисткой связано. И вообще, друзья, признаться честно, да, игрушка прикольная, но здесь можно так развить ее и столько всего понаделывать, что фантазии не хватит. Не знаю, почему пока этого не делают. Может, они планируют просто на 5 лет вперед этим всем заниматься. Вылазка за колой. Хорошо. Выполнили. Сейчас посмотрим, сколько у нас стимпаков. Здесь не так плохо, как казалось. Здесь просто ужасно. 11 стимпаков. А можем еще пару комнат, в принципе, пройти. Давайте попробуем, дальше пойдем. Вперед у нас все, правда, получится. Я ожидал другого. Ну, хотя бы схема одна есть. Хотя, скорее всего, она повторяется. Давай, давай, давай. Двухкратный, нормально. Двухкратный. И... чудно. Быстро, эффективно и надежно. Обращайтесь. Волтек к вашим распоряжениям, да. Все будет хорошо, у тебя все получится. Да, я не сомневаюсь. Чингачгук. Нет, ты не Чингачгук, ты рыцарь. Прости, вы так похожи, прям как братья. А я уже запутался с этими. Я вообще не представляю, когда будет вот 12 и... одновременно. Я не помню, сколько у нас комнат. 12, да? Каких-то вот, ну, продуктивных комнат. И как минимум 200 человек. Я вообще буду с ума сходить, за всеми следить. Так, Мишка, это хорошо. При этом думать о том, что мы идем вместе, держимся вместе. Ля-ля-ля. Давай сюда. Последний этаж, да? Главное здесь продержаться. Гудбай.
Смотритель. Хорошо. Барышня упала. А котик все царапает. Не того царапаешь. 2,5. Чудно. Давайте нам баблосики. Все, что можете дать, я заберу. И буду вам очень признателен за это. Погнали дальше. Ты, блин. Толкучка. Вот они когда становятся в маленькую комнату вместе с врагами, да? Такое впечатление, как будто они в какой-то... каком-то автобусе едут общественном или трамвае. Так, так. Хорошо. Как хорошо, что рядом мои друзья. Таракашки. И последняя комната может быть даже и пустой. О, камера. Нормал. Давай тут пос... А, понятно. Ну, выживем. Все будет окей. У меня, кстати, глюк был. Недавно, когда кто-то с огнеметом повернулся в другую сторону, а огонь получался у него из задницы, короче, горел. Такая дичь. Ай. Но было смешно и забавно. Я тогда пожалел, что не поставил на запись и вам это не сумел показать. Хотя, скорее всего, если вы сидели и долго играли и продолжаете играть, то у вас должен быть тоже такой. Маловероятно, но возможно. Хорошо, мы все с вами выполнили. Три... почти 5000, да, подняли. И 3 квант-колы. Продолжим. Может сразу их вернуть? Хотя пускай идут. Пускай идут. Итак, друзья, настало время нам открыть ланчбокс. Как минимум. Ланчбокс как минимум открыть. Да, кстати, Геральт. Знакомьтесь. Сила, я думаю, что я ему дам боевую броню. Вот, теперь он будет похож хоть сам на себя. И что-то такое ему посерьезнее нужно дать. Ржавый лазерный пистолет. Почему бы нет, да? Давайте откроем ланчбоксик и после этого сейчас посмотрим с вами, кто к нам наведался. Глобус пускай будет, ерунда, крышки 100, ерунда. Квантовая ядеркола, 3 штуки. А чё так мало? Прочный костюм наемника. Ничего особо, короче, и не было, да? Кто к нам пришел? Эндрю Адамс. Ты мне кого-то напоминаешь. Я знаю, кого ты мне напоминаешь. Ты будешь у нас Слай. Кто не знает, кто такой Слай, это сокращенное имя. И может спросить меня в комментариях. Я с удовольствием вам отвечу. Кто такой Слай? Тем более, что он в такой жилеточке прикольной. Так, давай-ка, наверное, вот сюда сразу отправишься. Я уже просто других готовлю для... нашей фабрики квант-колы. Давай мы тебе пока что оденем костюм мэра, почему нет? О! Вот это да! Круто! И лазерный пистолет тебе вручим. Давайте посмотрим. Нас... рейдеры. Ну им не жить. Не жить вам, рейдеры поганые.
Слай, ну-ка, как ты выглядишь? Кстати, да. Опять же, я вот как-то подсознательно, друзья, ему выдал костюм мэра, потому что он в этом костюме реально похож на самый любимый мой фильм со Слаем вообще. Называется он «Оскар». Комедия просто улетная. Ну и я, конечно, не знаю, как там с переводом. Вроде бы как ее какая-то студия любителей и наших старателей отечественных, да? Вроде как дублировала. Ну а если нет, то придется вам смотреть его тогда в таком вот. Это фильм «Оскар». Там есть, по-моему, французский какой-то с Луи де Фюнесом. Кстати, у нас Луи де Фюнеса нет. Тоже гениальный просто актер. Мне очень нравятся его старые работы. Особенно Фантомас. Кстати, кого-то бы в зеленый цвет покрасить и Фантомасом назвать. Хорошая идея. Так, комбинезон механика. Ну, давай соберем, пускай будет. Нам еще нужно будет собирать для очередного сада. Хотя, знаете что? Если у нас есть сад, то почему бы кого-то не перенаправить из этой, допустим, столовой в наш новоиспеченный? Давайте, наверное, так и сделаем сейчас. Да, серия, как всегда, будет подлиннее, потому как, чтобы все захватить и все показать вам. Тем более вы довольно часто благодарите в комментариях за длинные серии по той или другой игре. Так. Столовая у нас будет здесь простаивать. Ну, пускай, наверное, и простаивает пока что. Лучше их отправить в сад. И чуть позже я его просто улучшу. Вот такие вот дела. Так, хорошо. Давайте отправимся на второе задание. Что там у нас будет? Что там у нас будет? Волтек. Высотка Волтек. Погнали. Высотка Волтек. Найти информацию об убежище Полисе в офисах Волтек. Окей. Да, и в этот раз я отправил на первое испытание. В общем, Брюс Уиллис у нас на испытательном сроке. Посмотрим, как он себя будет вести. Я его немножко, конечно, прокачал. Ну, так, сколько было времени. Кроме того, у нас здесь Рэйчел с лазерной винтовкой и Бородач с плазменной винтовкой. Ну чё, погнали. Вроде бы как мы не должны просрать всех. Так как это основное задание по основному якобы сюжету. Нормально лушпанят, смотри-ка. Или рейдеры здесь какие-то послабее, да? Погнали дальше. Смотри, как валят. Намного эффективнее, чем предыдущие, да? Хотя те прокачаны 40-й, 30-й уровень. Ну, больше 30-го. А тут смотри, 34-й, 27-й и 27-й. А те больше 30-го и как-то не очень уж пенят. Странно. То есть игрушка рандомно, в общем, себя ведет, насколько я понял. Я просто разочек сел и часа 4, наверное, подряд играл. И было реально все как на ладони. То есть даже если вы прокачаете героя или дадите ему какую-то пушку или костюм, то раз через раз он будет вести себя как житель убежища, допустим, на первом или на втором даже уровне. Или терять здоровье так же, как первого уровня житель.
Странно, конечно, это все выглядит, но зато прикольно. Главное, чтобы вам нравилось, друзья. Давай дальше. Тыняться там по этим лифтам. Вот сколько мы уже прошли с вами комнат, да? И я еще ни разу никого не лечил. Там, конечно, пожестче были враги. Да дай ты мне взять. Комната допроса, 100%. Тут допрашивают всяких шпионов местных. Засланных казачков. Снайперка, кстати, круче валит иногда даже, чем... Хотя и урон поменьше. Круче, чем огнемет. Как хорошо, что мы вместе. Как хорошо, что мы вместе. Опять команда тут допроса. Кстати, я постоянно вот играл, друзья, и думал, кого мне, что мне напоминают вот такие вот комнаты. Именно наполовину вот белая стена, да, наполовину синяя. И такой, типа, тех стиль, что ли, да? Даже вот это чем-то напоминает. Аркхам лечебницу из сериала. Там похожий был стиль тоже. Прикольно. Первый сезон, конечно, я смотрел, еле досмотрел вообще, еле домучил, блин, последних там пару серий. А второй такой, ничего. Довольно добротный. Хотя и заканчивается как-то странно. Ну, в принципе, как и все вот анимационные фильмы с Бэтменом. Тоже ни начала, ни конца. Хотя за границей их хвалят. Больше, чем фильмы даже. Вау, это что такое? Какая-то карта, что ли? О, вот это я понимаю, подъемчик. В общем, друзья, как вы мне и писали... Не обязательно проходить вот эти все задания, даже задания дня. Главное пройти полупламкин, и мы будем обеспечены всем необходимым. Так, им нужно, можно сделать идеальное убежище полис, и такая штука была в убежище 525. Но где находится убежище 525? И там ли пола? Мы должны продолжить поиски. То есть ты специально сюда пахнет плохо, выглядит плохо, звучит плохо. В общем, все плохо. Действительно, ты сюда притащил, получается, Брюс Уиллис. Кстати, он довольно забавно выглядит, согласитесь, в одеянии короля. Привет, Kingdom New Lands и Рейнс, да? Отвлекся. Ты специально их притащил сюда, чтобы поговорить с этим столиком, видимо, или с лампочкой, или с чем-то там разговаривал. И понять, что Полы Пламкин здесь нет? Гениально просто. Просто гениально. Три квант-колы у нас есть, давайте продолжим. У нас дофига, в общем, стимпаков. А здесь еще целый этаж. С каким-то добром. Надеюсь. Давай зачистим все. И всех, и вся. Вентилятор.
Прикольная комната тоже. Что-то я первый раз такое вижу, кстати. Со старта. Барышня даже привет сказать не успела. Она такая: привет! И откинулась. А зачем мы вообще сюда пришли? Вот я о том же, кстати. Рэйчел, я полностью с тобой согласен. Зачем мы сюда приходили? Ну, прикольный домик такой, да? Вот эта комната мне больше всего понравилась. А может, потому что я ее впервые вижу. Ну, ладно. Итак, что у нас? Чертеж легендарного оружия. Сейчас будет какая-то пукалка, короче, очередная, да? 44-го калибра. Просто с уроном там на одну единицу больше. Ладно. Как вы понимаете, дойдут они сами. Там буквально 2 или 3 часа. Как-то если поторопятся. Так, хорошо. Что я хотел сделать, друзья? А, да, я хотел питомца посмотреть. Надеюсь, он будет каким-то новеньким, а не повторяющимся. Да, новенький, смотри-ка. Что делаешь? Питомец Британии. Минус 7% время и цена изготовления. Ну ладно. Давайте мистик, наверное. Выдадим его. Так, и у нас еще пушистик. Кто у нас там с самым маленьким уровнем счастья? Генри опечален. А, Генри возвращается. Хорошо. Кому пушистика мы выдадим? Кому бы дать? 96, 99, 97, 78. Негрита. Вот Негрита у нас будет с пушистиком. И назовет она его, наверное, ну так, временно Снежок. Негрита и Снежок. Новые приключения. Давайте ей еще, наверное, вот такой обрезик дадим. Вот. Чудненько. Потихоньку, полигоньку, друзья, приближаемся с вами к сотне жителей. И все будет окей. Все будет. Наверное, я чуть-чуть буквально без вас еще понастроюсь, порастраиваюсь. Что-то подстрою, кого-то подкачаю. И мы с вами увидимся уже в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в других видео обязательно. Я вас буду там ждать. И пока. Пока.